Это Chicken Gun. А это я перезаряжаю оружие. Но знали ли вы о том, что в Chicken Gun существуют секретные анимации? Я снова зашел в Chicken Gun, и я снова в главном меню. Посмотрите, это я, новогодний Китик. Итак, я захожу в оружие и сразу вас хочу предупредить, что у меня нету некоторых оружий, потому что я их еще не купил. Я планирую снять видео, где я куплю весь магазин в Chicken Gun. Вы тоже можете так сделать с помощью моего прошлого ролика. Поэтому, ребятки, смотрите после этого видео мое новое видео, которое выходило вчера, потому что оно очень полезное для вас. Оно вам реально очень поможет. Ставьте лайк также и подписывайтесь на канал с колокольчиком. У меня нету вот этого оружия, потому что я до него не дошел. У меня нету вот этой пушки, потому что она слишком дорогая. Также вот эта пушка у меня не имеется, потому что она слишком дорогая. И еще вот эта вот снайперская винтовка, моя самое любимое оружие, которое я не купил еще. У меня ее просто-напросто нет. Поэтому, если вы их не увидите в этом видео, и если на них есть секретные анимации, а я вам их не показал, то, ребятки, уж простите меня, мы переходим к самому видео. Это карта Race 2. На ней я всегда провожу свои эксперименты. И сейчас не исключение. Я сразу выкину все гранаты, потому что они мне не нужны. Вон туда пусть они не летят. Итак, ребятки, я беру самое первое оружие, которое у меня в инвентаре. Это вот эта вот пушка, да? Это у нас УЗИ. И смотрите, если я сейчас постреляю, вот я просто выстрелю почти что пол обоймы. Смотрите внимательно. Я нажимаю на кнопочку перезарядиться. И у меня перезаряжается оружие, как ни странно. Посмотрите, вот так вот выглядит стандартная анимация. И такая анимация практически на всех пушках. Посмотрите, я пострелял, и вот просто обычная анимация перезарядки. Но на самом деле в Chicken Gun есть и другие анимации. Секретные анимации, которые мы сейчас с вами вместе посмотрим. Есть оружие, например, как вот этот огромный меч, да? И здесь есть только анимация удара. Если я буду нажимать на анимацию перезарядки, то ничего у нас не произойдет. Поэтому, ребятки, такие оружия по типу меча, молотка мы рассматривать не будем. Я вам покажу только секретные анимации. Посмотрите сюда. У нас есть дробовик, да? Допустим, дробовик. Я стреляю. И смотрите, если я нажимаю на перезарядочку, у нас есть звук, но анимации вообще нету. То есть и такие оружия, на которых просто-напросто нет анимации перезарядки. Также такое же оружие, это лук. Я могу стрелять, выстреливать всю обойму, но когда я нажимаю перезарядка, то ничего не происходит, он просто перезаряжается. Вот у нас тоже стандартная пушка. Я просто выстреливаю всю обойму. И смотрите, нажимаю перезарядку, и у нас проигрывается обычная анимация. Но где же наши секретные анимации? Посмотрите сюда. Я выбираю вот эту пушку, вот эту. И тут всего лишь один патрон. То есть, если я возьму, например, УЗИ, выстрелю сейчас все патроны, анимация перезарядки начнет сама проигрываться. Давайте я это сделаю. Я ничего не нажимал, и анимация перезарядки проигралась сама. То же самое будет и с этой пушкой. Смотрите, всего лишь один патрон. Нажать перезарядку я не могу. Но если я выстрелю, посмотрите на эту анимацию. Вы видите, как она отличается от всех остальных. Да, я заряжаю целую ракету в эту огромную пушку, ребятки, и это очень круто, потому что анимация отличается от стандартной, но это еще не все. Это не самое интересное. У нас есть двойные пушки. Если я сейчас постреляю немножко, перезаряжу, то тут тоже, казалось бы, обычная анимация, но не все так просто. Если я возьму вот эту вот пушку, да, вот эти два пистолетика, посмотрите, обычные пистолетики, сейчас они будут перезаряжаться точно так же, но не все так просто. Если я сейчас постреляю, и если я сейчас нажму перезарядку, вы просто на это посмотрите. Они у нас крутятся. Я кручу их на своем пальце. И в это время идет анимация перезарядки. Это же очень круто. Это секретная анимация в Chicken Gun. Ребятки, ни на одном оружии нету такой крутой анимации. Если я возьму любое другое оружие, тоже двойное, постреляю и нажму перезарядку, то не будет такой анимации. Это единственная в своем роде секретная анимация. Но это тоже еще не все. Сейчас вы реально удивитесь. Помните, я вам говорил, что если я возьму вот такой вот топор, то я его никак не смогу перезарядить. Если я возьму там какой-нибудь штык-нож, то его тоже я не могу никак перезарядить. Это оружие, у которого нету патронов. Но на самом деле не все так просто. У нас есть одно интересное оружие. Керамбит. Посмотрите, как он выглядит прикольно. Да, он уже необычный, на нем есть скины. И как вы можете заметить, на нем минус один патрон. Минус один патрон означает, что это оружие никак нельзя перезарядить. А точнее, что когда я буду нажимать на кнопочку перезарядки, оно не будет перезаряжаться. И я эту кнопку перезарядки могу тыкать бесконечно. Посмотрите, что будет, если я нажму на кнопочку перезарядки. Да, вы это видите? Он просто крутится. Это секретная анимация в нашей любимой игре Chicken Gun, ребят. Да, это тоже еще одна секретная анимация на ракетнице. Не на всех ракетницах есть секретная анимация. Например, здесь вообще никакой анимации не проигрывается. Также есть оружие, у которого вообще не тратятся патроны. Я могу бесконечно вот так вот жарить, но перезарядиться
никак не смогу. Дальше я вам покажу, как выглядят эти анимации со стороны. Но перед этим я решил проверить, точно ли я нашел все секретные анимации. Оружий-то у меня очень много. Я начал по очереди проверять каждое оружие, которое существует у нас в игре Chicken Gun. Я стрелял по одному, по два патрончика и начинал перезаряжаться. Конечно же, большинство оружий у нас были ближнего боя, которые просто не тратили свои патроны, которые просто никак нельзя было перезарядить. Ну и также были оружия, которые тратили патроны, но просто не перезаряжались. К такому типу относятся снайперские винтовки, а также дробовики. Я не знаю, с чем это связано, но почему-то они реально просто не имеют никакой анимации перезарядки. Я посмотрел анимации на все оружия, но, к сожалению, больше секретных анимаций не обнаружил. Также на ютубе я посмотрел анимации на оружия, которых у меня нету, и они были обычными, самыми стандартными. Еще раз всем привет, я не могу просто об этом молчать. Мой канал хотят заблокировать. Несмотря на то, что у меня все идет замечательно на канале, каждый день у меня больше 60 тысяч просмотров. Вы просто вдумайтесь, 60к просмотров за один день. Каждый день подписывается по 500 человек, и мой канал просто летит вверх. Но, несмотря на все это, все очень идет ужасно, так как мой канал очень быстро обрел популярность, очень быстро взлетел и набрал 20 тысяч подписчиков, за это вам огромное спасибо. К моему каналу очень негативное отношение со стороны разных ютуберов и просто разных людей. Многие меня просто ненавидят, и из-за этого мой канал хотят всячески заблокировать, пытаются взломать и так далее и тому подобное, и это очень ужасно, ребятки, я не знаю, что с этим делать. Я знаю, что немного неправильно вставлять это в какое-то видео про анимации, но тем не менее я не мог ждать, и я прямо сейчас хотел бы у вас спросить, что мне дальше делать. Возможно, я запишу потом отдельное видео про всю эту ситуацию, но честно, пока что не знаю. Может быть, мне даже придется уйти с этого канала, с ютуба вообще куда-то на новый канал, возможно, вообще перестать снимать на ютуб, я не знаю, что мне делать, ребята. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на мой телеграм-канал по первой ссылочке в описании, чтобы там я с вами держал контакт, чтобы там я с вами держал связь и там мог с вами общаться. Я надеюсь, что вы меня поймете и поддержите в такой сложной и страшной ситуации. А как будут выглядеть секретные анимации от третьего лица? Сейчас я нажимаю вот так вот. Смотрите, если я бью, это выглядит примерно вот так. Ну, мы можем видеть, да? А если я нажму сюда, то я реально кручу этот керамбит, и это очень круто. Посмотрите на меня. Это охрененно выглядит. Ребятки, вы просто посмотрите, я кручу керамбит. Вау! Что будет с этими пистолетами? Я пострелял, и посмотрите на меня. Хоп! Охренеть! Это очень круто! Если ты хочешь купить все оружие в Chicken Gun, смотри видео, которое вылезло у тебя на экране. Не забывай про лайк, не забывай про подписку с колокольчиком. С вами был Китик, всем до скорых встреч. Пока-пока, ребятки! Увидимся завтра!